Всем привет! Сейчас трясущаяся камера, потому что уже пошла 19-я минута бега. Всем желаю в эти солнечные дни побольше заниматься спортом после работы, как в данный момент, или до работы по утрам, и получать удовольствие от жизни через физическое наслаждение сложными препятствиями. Ведь самое удовольствие после бега или после того, как вы выполнили сложную задачу, это результат. А ведь как получать результат, если вы результат со своим телом, с ощущением жизни, если вы над ним не работаете? Делайте правильные выводы, занимайтесь спортом и смотрите, как красиво вокруг.